Детский травматизм – серьезная социальная проблема. Она не только угрожает здоровью детей, но и влечет проблемы для родителей. Что должны знать родители о детских травмах? Доктор ответит на все ваши вопросы. 13 апреля в студии врач-травматолог-ортопед больницы имени Середавина Федор Баранов. Программа «Звоните доктору». 13 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».